I've got an itch I can't scratch. I'm missing a piece that completes a whole part of me, an open wound scar to see. Everybody come here, gather round. Welcome to the freak show, the best in town. What the hell's wrong with me? I don't get along with anybody, honestly. I've been living in my own head, constantly thoughts jumbled round. Think I need a new lobotomy. Wait. Всем привет, наши дорогие зрители и подписчики канала. Вы, как всегда, на канале «Семья на чемоданах». И мы вот так вот в полном составе приехали в деревушку недалеко от Геленджика, называется Адырбиевка. Здесь такие красоты, все зелено. Мы припарковались и начинаем движение, свой такой мини-поход на водопад, который в простонародье называется «Шнурок». Либо на картах он как Цигельский водопад. Вроде так. Идти нам примерно 1-1.5 километра, может быть 2. Как я мощно увеличил в 2 раза. Туда дойдем, возможно, искупаемся, сделаем обязательный перекус, поснимаем здесь дорогу, посмотрим, возможно ли вообще в принципе туда дойти с детьми. Ну и, естественно, вам все покажем. С вас лайк, подписочка, комментарий. И погнали с нами. Нам сейчас нужно найти тропу от ворот. Здесь, смотрите, сразу есть усадьба Адырба, собственно, и река Адырба. И дальше начинается дорога в гору. Я посмотрел, там вроде как перепады высоты будут примерно 300-500 метров. Там даже стоят уже автомобили, возможно, люди тоже пошли на этот водопад. Мы сегодня припозднились, идем поздновато. Вообще лучше, конечно, делать это все пораньше, утром. 2 километра? Так, я, в общем, прогрузил карту сейчас. Идти нам 28 минут, почти 2 километра. Перепад высоты 200 метров будет. Вот, ну, в принципе, как говорится, и не такое проходили, поэтому ничего сложного не будет. Очень жарко, надо было одевать не джинсы, а шорты, да. Тем более мы идем, клещей не наловим. Здесь дорога. На самом деле я читал в каких-то источниках, что до самого прям водопада можно подъехать на машине. Ну, если не жалко резину, если не жалко подвеску, да, и в целом, если не жалко машину. А здесь, видите, сразу от асфальта, как заканчивается, уже непосредственно начинается подъем. Но ехать можно, в принципе, спокойно, но это неинтересно. Надо хоть сколько-то, хотя бы 2 километра пройти пешком. Единственное, очень сильно, конечно, жарковато. Мы просто сегодня выходили из дома, все было в тумане, в таком, прохладно. А здесь за бугром уже вообще потрясающая погода. Встретили сразу ящерицу, еще встретили вот такого вот гигантского паука. Втопил, а? Это называется прогулки на природе, да, изучение животных, да, растений. Пацаны, сегодня урок географии и биологии. Да, папа, мы же ящерицу нашли. Ну. А я даже не видел. Ой, видишь как. А вы нашли пауков. Ага. В предыдущем выпуске можете посмотреть, как Бабушка. Нам наши зрители, подписчики канала подарили вот такой Бабушка. Вот рюкзачок, да, Родион? И теперь я ношу вот так вот Мирончика. Но, правда, за спиной у меня еще рюкзак, в котором термос литровый, 1.5 литра воды, еда. И на самом деле тащить грузик такой. Я тебе говорю, давай мне Мирона. Очень. Ну я пока иду нормально, что ты? Я бы взяла его. Ну вот если решитесь на машине ехать до него, то вот я вам показываю, собственно, видите? Вот такие канавки в дороге, постоянный подъем. Здесь вот так вот, не дай бог провалиться. Но в принципе, видите, даже можно разъехаться. Но если у вас какой-то джип, вообще смело, конечно. И еще хочу показать, что вот за вот этой вот горой, вот, смотрите, вот с этой стороны видно, видите, смотровая площадка, колесо обозрения, вот там же надпись «Геленджик», вот это вот смотровая площадка сафари-парка, вот это вот этот хребет, за хребтом бухта. Да, природа, да.
Слушайте, нас, как всегда, вообще прикол. Вот впервые мы идем по этому маршруту, не знаем его, и пошли вообще не по той дороге. Поднялись вот в такую гору, видите? А дальше здесь такая развилка. Налево вверх, вниз направо. Я такой, типа, блин, не знаю. Здесь очень плохо работает интернет, может сказать, вообще не работает. И я посмотрел, что мы, оказывается, не туда пошли. В итоге возвращаемся дальше. Так вот, ребята, для тех, кто не хочет оказываться в таких ситуациях и на самом деле попутешествовать в свое удовольствие, действительно, с каким-то кайфом, во-первых, мы предлагаем наши авторские гайды. Это по Крыму, по Большому Сочи, по Большой Анапе, по Большому Геленджику. Вы их все можете приобрести, написав нам в любую социальную сеть. А также, пока мы здесь, в Геленджике, если вы приезжаете сюда, согласовывать можете со мной любой авторский тур. Я вам его сделаю, покатаю, провезу. Машина большая, мультиван, там все комфортно. Доедем и вместе попутешествуем. Ну и, соответственно, по ценам тоже пишите, как говорится, договоримся. И, естественно, если вы собираетесь на майские сюда приехать, либо просто приехать до июня, ну, пока мы здесь до начала июня будем, вы также можете мне написать, и я вас встречу либо с ЖД вокзала в Новороссийске, либо приеду в аэропорт, либо в Краснодаре. Но это, на самом деле, все тоже обсуждается. Но эта услуга, так же, как и туры, только для своих, только для подписчиков. Как говорится, нигде больше не выставляю, говорю это только на YouTube-канале, так что смело пишите, встретимся, познакомимся, покатаемся, попутешествуем. Попали мы, посмотрите, в какой тенек. У нас, на самом деле, такая просто красивая природная арка вокруг нас. Смотрите, какая красота. Зря тот подъемчик прошли. Короче, по солнцу, а здесь тенечек. Просто великолепно, да. Здесь уже будет нам идти полегче. Это называется Цигельская щель. И, соответственно, Цигельский водопад. Но в простонародье почти шнурок. Почему шнурок? Сейчас дойдем, и вы поймете, почему. А чуть дальше есть даже шлагбаум. Мы задерживаться не будем, читать на камеру не буду. Поставьте на паузу и ознакомьтесь. Дальше, смотрите, вот такая вот лужа. Очень много каких-то непонятных мух. Даже есть комарьё. Сейчас я вот так вот камеру разверну и покажу вам, как мы здесь проходим все дружно. Опа! Вот так вот. Много каких-то муравьев, мух. Посмотри, палка торчит, я прям врезался в нее. В ляжку. Так я смотрю, вот так вот, видите, почти прошли. Большая лужа, то есть, по сути, если сюда ехать, опа, на машине, то я думаю, что в этой луже путешествие на машине на водопад закончится. Ну, либо продолжится после того, как придет подмога, но это не точно. Все, прошли? Во, все. Без особых, как говорится, потерь никто не намок. Двигаемся, двигаемся дальше. Дальше, смотрите, у нас такой путь. Прям в углублении, и в этом в углублении дует такой сильный ветер. Но, с одной стороны, это на руку, потому что освежимся благодаря ветерка. В целом, то, что дорога здесь вот так вот закрыта ветками от солнца, это, конечно, вообще красота. Можно летом сходить, только летом, возможно, да, водопада вообще нет, потому что они только... Да, возможно, он высыхает. Самое время именно сейчас сходить. Так что приезжайте обязательно и наслаждайтесь природой, ходите в походы. А в горах, между прочим, до сих пор продолжают цвести вот эти вот красивые деревья. Смотрите, какое оно шикарное, великолепное, но уже цветочки с них опадают. Это птичка, сынок, птичка. Мирончику прям понравилось, как она запела. Мы подошли. Ну, а вот здесь, как на машине, например, я уже не представляю. Ну, Тём, ну я же говорю, как можно крайне, иди, Родион. Ну, вот опять ты влез, Тёмик. Всю ногу промочил. Чисто один большой. Ну, вот именно что. Так. Все, двигаемся дальше.
Идем. Я учу детей ловить тишину. И вот в полной тишине смотрите, слушайте внимательно. Мы поймали звук реки. Значит, мы идем в правильном направлении, это раз. А во-вторых, если вдруг заблудился когда-то в лесу, услышал, надо идти по реке на спуск. И она тебя приведет в населенный пункт когда-нибудь. Вот. Пап, я молодец, да? Да, конечно, молодец. Сколько же ты в походу уже ходил, естественно. Вот она речка. За кустами ее, наверное, будет не видно, но она там где-то в низине. Идем на самом деле вот прям уже в горах. То есть вот у нас, видите, и справа горы, слева горы. Но водопад уже близко, коль мы вышли уже к реке. Вот она. Кстати, сразу хочу сказать, что после дождей сюда идти будет очень печально. Ну, собственно, потому что вот такая вот грязь встречается. А дальше мы будем, кстати, идти по руслу. Вот она река. Можно даже умыться. Классно, и освежиться. Дальше впереди у нас встречается, видите, река, и нам нужно ее как-то перейти. Самый лучший вариант, какой я думаю, это либо прыгая по камням, перебраться в ту сторону, либо просто снять ботинки и перейти вброд. Настенька первая. Давай, что ты? Тём, жди, подожди, мама перейдет. Артём, я говорю, подожди, мама перейдет. Да ладно, ты уже промочила, иди так. Да сними ты ботинки, Настя. Потом натрут мозоли. Ну что не снять? Ну вот что? Не холодная? Артём, вот здесь спускайся, нельзя прыгать туда, могут быть острые камни. Не шали. Давай, спускайся. Штаны-то завернуть надо было, говорю. И самого краю, где камни идут, чтобы в глубину не провалиться. Ой, торопышка. Ближе к большим камням иди. Вот. Давай, 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 давай. Родик, давай скорее, мне же тоже надо перебираться. Аккуратно спускайся. Класс. Вот это я понимаю. Вот, все, сынок, все на том берегу, теперь мы. А зачем вы одеваете? Дальше неизвестно что. Все, перешли, идем дальше. А на этой стороне реки нас ждал вот такой вот один цветочек, в котором, кстати, сидят пчелы. Беспокоить не будем. Пусть себе там пыльцу собирают. Все, мы двигаемся дальше. Вот видите, получается, по руслу получается реки. Я не знаю, будут ли еще переправы. Посмотрим. Но, в принципе, можно, говорю, спокойно преодолевать. Забавно, на самом деле, двигаться так. Потому что уже сейчас вот мы будем, получается, третий раз переходить реку вброд. И я вам даже говорю, идите без ботинок, либо уже переходите. Так, я иду без ботинок по этим камням. Вот так вот. Ой, скользкие камни, кстати, аккуратно очень. Скользкие, Артём, аккуратно. Аккуратно, Настя, камни скользкие. Ага. Так, все. Мы, как говорится, снова в сборе. Вода, кстати, вообще не холодная. Вот мы снова будем переходить реку. Так что вот имейте в виду, если вдруг пойдете сюда, опа, то надо будет. Давайте. Тём, ты выбираешь самые глубокие места. Зачем? Чтобы вымокнуть всем? Давайте. Вот, да. На такие булыжники лучше не наступай, они скользкие на все. Все, отлично. Мы снова в полном составе двигаемся дальше. Вообще здорово, что река, потому что освежая ноги, освежаешь как будто себе полностью
все тело. И вот снова нам нужно будет переходить реку. Пошлите. О, слушайте, а вот здесь вода холоднее. Опа. Так, мы перешли с Мирончиком. Но Настеньке тоже, как говорится, немножко досталось. Вообще, мы здесь совершенно одни, представляете? Просто какие-то дикие места. Здесь есть место, где можно было перекусить, но мы решили двигаться дальше. Еще один такой цветок. Даже не понимаю, что это за цветы. По карте нам осталось 250 метров, и мы должны упереться прямо в эту красоту. Я надеюсь, что он сегодня будет полноводный. Мы снова начинаем пересекать вот так вот реку. Так. Здесь глубоко, значит, будем двигаться немножко вот сюда. А вот здесь вот уже будем переходить. Опа! 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 Ау! Красотища! Давайте, банда! Я перешел. Молодец! Сейчас ждем Настеньку. А, правильно, Настя, туда придем, высушишь. Ну да. Да, я вижу, как тебе, Мирончик? Такой у тебя сидячий поход. А надо было девчонок с собой брать, это мне страшно. Настеньке, короче, страшно. В таких местах находиться, не туристических. Вот, боится. Чего-то боится, не знаю чего. Но здесь на самом деле ничего не оборудовано. Вы сами видите, никаких нету специальных мостиков, нет ничего. Просто идешь вот в такой вот настоящей природе. А мне, конечно, безумно нравится. Во-во-во, кругом одни ящерицы. Идем босиком. Мы с Артемом босиком, ребята идут в ботинках. А у Мирончика их вообще нету. Так. И снова будем сейчас переходить реку. Я уже даже сбился со счета, сколько раз мы ее перешли. Ух ты. Слушайте, здесь самое скользкое, что мы переходили. Очень скользко. Опа. Очень скользко, Настя. Артем, очень скользко. Очень скользко, говорю. Марине бабахнись. Давайте, давайте, давайте. Настюшка тоже очень аккуратно. Давай руку. Видишь, поехала нога. Руку давай, говорю. Мирза, ну ты бы сам бы шел бы в натуре. Ой, Мирон, Родион. Конечно. Руку давай мне. Родион, папа. Ну, Родик, ты хоть ты помогай, что, залез, ёпрости ты. Ты чего? Он с разбегу на меня сюда прыгает, как будто я ему транспорт. Ну. Опа. О. Так, здесь какие-то дальше беседки. И там даже есть люди. И, судя по людям, походу, мы пришли. Я так понимаю, что здесь есть еще какая-то тропа, видимо, лайтовая, по которой мы изначально пошли, просто она очень долгая. Здесь уже, видите, такой спуск. И здесь, видимо, как раз и висит табличка на шнурок. А вот на дереве, видишь, табличка? Там написано? Ну, наверное, написано. Пойдем посмотрим. Да, еще, кстати, я забыл, его называют водопад любви, поэтому продолжаем спускаться, да, нам туда все верно. Да. Здесь, видимо, летом функционирует кафе, жарят шашлыки. Вот, и, собственно, здесь есть столики. Пока все не работает, видимо, потому что не сезон. И вот только первых людей, которые мы встретили на маршруте. Вот по таким местам двигаемся. Ущелье, да? Ущелье уже начинается, да. Здесь, кстати, назовем так, немного оборудовано. Ну, такая, видимо, когда-то. Я вот про эту лестницу, Настенька, конкретно. Здесь шум воды уже более сильнее, значит, мы почти подошли. Посмотрите, какое красивое
ущелье. Слушайте, я обожаю эту природу. Как здесь красиво. Вот, здесь из гор тоже сочится вода. Я, кстати, продолжаю вообще идти босиком. Тёмка уже одел ботинки. Да нет, я звал. Ух ты. Ой, походу. Все, я слышу звук водопада. Мы дошли! Посмотрите! Первый каркасный. Стойте, маму ждите. Просто обалдеть! Так, нам нужно спуститься сейчас и перейти на вообще на эту сторону. Настенька, вот тут надо спуститься. Перейти на ту сторону. Ой, какой он, кстати, большой. Артём, иди сюда. Да. Так что прямо здесь мы сейчас покушаем. Прямо здесь мы покупаемся. Никого нету. Так, я даже вообще просто вот так по воде пойду. По камням лучше не идите. Смотрите, какая красота. Обалденно. Так, все, Настенька поднялась. Здесь даже вот, видимо, костры делают. Смотрите, там есть вывеска «Живая вода». Здесь вы можете набрать воду. Я сейчас попью, поэкспериментирую. С гор просто стекают воды. Гляньте, какая красота. И вот здесь вот, я сейчас камеру поворачиваю, и вы увидите водопад «Шнурок». Вот он! Посмотрите, какая красота, ребятки! А какой бассейн образуется! С шикарной, чистейшей водой! Ой, какая красотища! Я же сказал, мы идем правильно! Река нас не может подвести! Друзья, это невероятно! Вот почему его называют водопад Шнурок, потому что он как шнурок. Кто-то говорит, что он, кстати, достаточно невысокий. Блин, он высокий! И он на самом деле мощный, потому что он полноводный. Самый кайф встать туда под струю и поймать этот гидромассаж. Ну гляньте, какая красота! Я думаю, что это место обязательно заслуживает широкий угол, чтобы передать вам всю эту красоту. Посмотрите, какой же это кайф вообще. В общем, ребята, если вы приезжаете в Геленджик, можете мне написать, я вас сюда свожу. Либо добирайтесь сами, красота. Хочу вам интересный момент показать. Вот здесь вот висит табличка. Живая вода. Так, сейчас попробую забраться на нее, чтобы вам показать. Так, где она тут? Опа! Вот, видите табличка? Живая вода. А вот здесь вот, Артем, отойди, пожалуйста. А вот здесь табличка. Сейчас я вам покажу. Ой. Смотрите. Мертвая вода. Не знаю, с чем это связано, но... Как говорится, из нее тогда лучше не пить. Ну просто невероятный кайф, а? После такого вкусного природного обеда точно стоит искупаться в водопаде. Я вообще это обожаю делать. Артём, говорю, подожди. Ребята! Холодная!
О, она холодная! Это кайф! Я, правда, не знаю, что там внутри. Глубина, сами увидели, сразу прям такая мощнейшая. Зайду еще раз головой. Так, ну наш герой Тёмка тоже изъявил желание. В водопаде руку мне давай, окунайся. Давай. Ай, а зачем ты шел? Я говорю, руку мне дай, потому что там глубоко сразу. Давай, ныряй. Ныряй. А здесь еще есть даже ребята природные в джакузи. Вот так вот. О, какой кайф! Как же я люблю купаться в водопадах! Давай, Родион, ложись! Вот Родик вообще просто в папу весь! Молодец! Садись, Тёмка! Красавец! Облокачивайся! На самом деле, даже Настенька покупалась, представляете, в этом шикарнейшем водопаде. Дети играют, а я только что пересмотрел съемку и понял, что мы окунулись всего лишь только два раза. А по традиции с вами мы всегда в водопадах купаемся, окунаемся три. Поэтому я снова поднимаюсь и хочу еще раз окунуться. Солнце отсюда уже уходит. Опа. Окунаемся и будем уже высыхать и, наверное, двигаться уже в сторону дома. Друзья, какой это кайф! Если вы ни разу это не делали, обязательно это сделайте. Заходим. Глубина сразу начинается, на самом деле. Хорошо. Здесь вот пришли ребята, и самый кайф, что мы здесь на протяжении, наверное, часа, может, полтора, были совершенно одни. А я иду сделать еще одну миссию, это попить эту живую воду, попробовать и вам передать вообще, опа, стоит ли она того. Да, очень вкусная. Маша, здоровье, как говорится. Принесу Настеньке. У нас Мирончик спит, умотался, видимо. Ему жестче всего было идти, походу, да? Прям на мне вот здесь вот. Мы на самом деле все собрались. Воду с собой набрали из живой воды. Еще окунулись в водопаде, освежились. И начинаем идти обратно, возвращаться. Смотрите, какая здесь дорога прям на самом деле вообще автомобильная. Дело в том, что мы обратно решили возвращаться другим путем через зону, вот где сидели люди. Да, вот там вверх поднимаемся и пошли. Ну, во-первых, нам на самом деле интересно просто исследовать эту местность, посмотреть, какие вообще существуют тропы. Но вот мы идем действительно вот просто по дороге для машин. Та дорога, она, конечно, более дикая. Мы, вот вы сами помните, да, мы шли вот по руслу реки. Она гораздо интереснее. Но вот, собственно, хочу сказать, что есть альтернатива. Например, кто не хочет там прям по диким таким местам шарахаться, то можно вот так вот спокойненько вот здесь двигаться. Идем мы, значит, и здесь вот такая вот
обзорная схема, природный парк Мархотх называется. Маркотх. Господи, почему нельзя так попроще было назвать? Мама, смотри. Вот. Особая охрана. Маркотх. Является сохранение, восстановление биологической разнообразия уникальных природных комплексов и объектов. Обеспечение условий рациона. Так, давайте вот так вот поближе подставлю. Охота запрещена. Вот, на паузу ставьте, почитайте. В случае кражи или порчи государственного имущества предусмотрена ответственность на основании действующего законодательства. Вот, здесь не стоит рвать. Вот так вот. Широкая щель, Адербиевка, то есть это вот все. Ну да, это рекреационная зона, особо охраняемая зона, природная зона, зона ограниченного природопользования. Вот так вот. Короче, здесь нельзя вкладки, наверное. Двигаемся дальше. Мы устали идти по той дороге, потому что там вообще так сильно лупит солнце, и свернули вот опять в какую-то вот такую вот. Здесь, короче, троп огромное количество. Идем, можно сказать, так по компасу, куда нам примерно надо. Вот. И двигаемся. Но здесь, по крайней мере, тенек. Здесь идти прям приятно. А там солнце лупит. Если мы бы там дальше прямо пошли бы, мы бы, по сути, вышли вот на тот момент, помните, где мы развернулись, типа не туда пошли. Потому что там такой долгий круг. Но лучше вот по короткому идти и по вот такому живописному. Гляньте, какая красотища. А мы опять на солнце выходим. Да? Ну, да. Недолго оно будет, Настенька. Вон там дальше, видишь, тенек снова? Да. Кайф. Вышли мы на такую прекраснейшую лужайку. Посмотрите, какой красивый хребет перед нами. Вообще. Да, насколько же мы любим такие леса. Смотри, какой хребет на стенках впереди. Да. Вот мы и спустились. Да. Это был, ну, очень крутой. Поход. Машина, пацаны, стойте. Фух. Как следует вообще на самом деле прошлись. Изучили несколько здесь троп. Один легкий, второй теневой, третий очень крутой, природный. Собственно, по нему мы и шли. Ну и сам водопад, конечно же, шикарный. Ну, как следует, накупались. В общем, друзья, если еще не поставили лайки, самое время это сделать. Пишите комментарии. Классно! И спасибо, что досмотрели до конца этот видеоролик. Мы с вами прощаемся и увидимся с вами уже завтра в новом видеоролике. Пока!